Красивое пасхальное торжество состоялось и в храме Великомученицы Екатерины в селе Екатериновка Ростовской области, который находится в процессе восстановления. Этот населенный пункт расположен в Матвеево-Курганском районе, рядом с границей Донбасса. Сегодня это один из главных транзитных путей в ДНР и ЛНР, по которому идут гуманитарные грузы. Прихожанами храма давно стали жители приграничных поселков, а в этом году на Пасху пришли и переселенцы, которые эвакуировались в Ростовскую область. Настоятелю храма, иеромонаху Михаилу Владимирову, удалось создать на приходе дружную общину из жителей разных регионов России, Донбасса, Западной Украины, Закарпатья, Гагаузии, Молдавии. Несмотря на сложную политическую ситуацию, им удается избегать разногласий. Светлый праздник, хороший. Благодаря батюшке нашему мы как заново родились в нашем красивом, светлом, прекрасном золотом храме. Самое лучшее событие моей жизни, как бы, в году. Ну, символ жизни, радости, великая благодать. Что бы вы хотели пожелать? Я хотел бы пожелать мира и спасения людям. В пасхальную ночь участники праздника совершили крестный ход с лампадами и иконами. Завершился праздник красочным фейерверком. А в светлое Христово воскресенье община по традиции поздравила с праздником детей. Им подарили куличи, пасхальные яйца и угостили какао на деревенском молоке. Кроме молитвы о мире, в эти пасхальные дни в храме возносятся молитвы и об успешном восстановлении храма, которому в этом году исполняется 125 лет. Прихожане верят, что благодаря добрым людям, которые помогают приходу, и с Божьей помощью церковь будет воссоздана в историческом виде.